придем. Да, да. Лобное место называется такой череп. Это высота такая гора, здесь она показана ее возвышение, на котором мы видим три отверстия, потому что здесь было трое распятых. И этот крест считается чудотворным, от него очень часто идет благоухание. Это наша такая новоиерусалимская великая святыня. В 18 веке был сделан кивот, вокруг уже позолоченный, белое золото и желтое. И тут вы видите орудия страстей, копья, мечи, вот, плети, светильники, тоже мешочек, кошель Иуда там, с 30 монетами. То есть вот это, на трех языках написано: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Вот как это было там, в Святой Земле. По сути дела, это крест, Христов, он раздроблен. Сейчас это единственный крест, который в меру Христа Христова сохранится до наших дней. Разве что это рано. А если вот мы пойдем... Там же был Господом Иисусом Христом. Иосиф и Никодим сняли Христа, вернули Христа с Голгофы, спустили его вниз и положили его на камень помазанный, или на камень Хавития. И здесь голову завернули в сударь, а тело в плащаницу, и также пропитали алоэ смирной, которая становится как клей, как свинец. Так что потом уже невозможно эту плащаницу отодрать от тела, она очень липкая. И дальше понесли его по гривне. То есть вот это место, где у нас Великий Пяток, Великую Субботу совершается богослужение. Желал бы, чтобы сюда приезжали православные люди со всего мира, и здесь бы вместе славили Господа на разных языках. Он даже устроил 5 престолов, 5 трон на горном месте, чтобы сюда собирались бы восточные патриархи. Тогда... Так, такая была эклезиология. А в 19 веке появляется так называемый, усваивается титул патриарха, архиепископом, который возглавляет национальные церкви. Сербская, румынская, болгарская. Что было, собственно говоря, что возможно в принципе, но что-то как бы несколько меняло эту традицию, это было изначально. А там каменные сиденья. Камень, а там каменное сиденье. Да, это и, знаете, патриарх Никон, здесь вторичное использование камня. Он использовал домобильные плиты Тверской области 17 и 16 веков. Был очень глубокий смысл, что покойник, последнее, что может отдать в жертву Богу, это свою намогильную плиту. Что может пожертвовать Богу? Для свою плиту намогильную. И патриарх Никон эти плиты прямо распилил, на них есть тексты, частично сохранились. Да? Это не только здесь, и пол тоже выложен из этих намогильных плит. Даже для того, чтобы когда архиерей поднимается наверх, он смотрит на могильные плиты, и это как бы на чувство смирения, сознания, бренности этого.